Пільная увага прессы и громадскости сегодня была прокована до городского поселка Октябрьский. Причиной стала информация про нібито закладенные у райвыканками выбуховые пристосования. Как означали во управлении следственного комитета, отповедное поведомление поступило сегодня раницей на адрес электронной почты областного МНС. Означаем, что этот выпадок стал сьомым по лику у Беларуси у гэтым годе. На место происшествия незамедлительно выбывала саперно-пиротехническая группа. Были эвакуированы работники и посетители райисполкома. При обследовании здания взрывного устройства обнаружено не было. Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Коли вина жартовника будет доказанная, то, окромя криминальной отказности, на его плечи ляжа и материальная. Придется компенсовать экстренным службам затраченные на проведение спецмероприемства сродки.